Всем кукушки и кукушки, привет! И всем губкам! С вами я, Губка Боб, и вы на моем канале Губка Боб, который потому что Games. Сегодня мы опять будем играть в игру под названием Sonic Mania. В прошлой серии мы добыли вместе с вами Изумруд Хаоса, а также победили двух боссов. Точнее, четырех. Мы же всего-то две зоны проходили. И у нас на очереди еще две зоны. А именно... Ну и Dead Egg. Ну, не совсем новый. Он знаком нам еще из Sonic 3 от Knuckles. Да, это улыбающееся говно построило свою станцию, опять же таки. Господи, какой мотобак. Нет, мотобаки это же роботизированные божьи коровки. А это был пулялка. Была пулялка. Раз. Тянули, потянули. Опа, секретка. Все, теперь нам не страшен огонь больше. Так, лезем. Да, только от удара одного из роботов Эггмана может нас убить. Так что держимся, ребят. Опять что-то новенькое. Ребята, мы, наверное, вместе с вами еще один найдем. Да, в лаборатории Эггмана там уже тоже капсулы. Они простые. Так, только кто будет первый босс этой зоны? Ой. Это что? Игрушки? Ну, только глядите. Как раз для этой зоны нужна такая антифлюшка. Погнал! Да нет, нас тут возвращают. Убил. Быстро. Быстро погнали. Быстро давай. Пофигу. Быстро давай. Бардаки. Отвечаешь за нас, заходи. Ну, отличненько. О, такс. Кнопки. Не, нам надо это исправлять. Так, это уже предел. Быстро. О, отлично, еще и стрелял. Магнитится. Ну, логично же.
даже на боссе не с... Даже до босса не дошли, а тут уже все просрали. Реально, ребят, даже до босса не дошли, уже просрали. Отлично! Так, отправляемся наверх. Как нам сюда-то пройти? Давайте-ка попробуем пройти один из этих спешл стейджов. Вы издеваетесь? Сколько? Да пошли вы! Нет? Нет! Это очень сложно! Flying Factory называется. С сыром. Ууу, теперь мы тоже магнитимся. Отлично. Узнаю это. Ну, когда мы уж это пройдем. Ёпрасы ты. Ёк-макарёк, это что происходит? Какая-то... Это эгмандировка. Ой. Мужики, вы там что-то сломали. Стоп, это не игрушки, а обломки роботов. Я понял, ребята. Это обломки роботов, которые мы уже вместе с вами побеждали. Да, тех самых роботов Эггмана. Которые... Да, ребят. Те самые зверушки. Ну, лети! Фух. Что? А, куда? Ага. Угу. На тебе. На. Руфлёный. Да что ты? Блин, нас же раздавят так. На. Давай. Да блин, нас же сейчас раздавят так по всему не всему. Да, ну вот, новая победа. Прикол. Уровни стали теперь намного длиннее, чем ранее. Какого фига? Ничего себе! Flying Battery 2. Как ты? Опа! Хвост поражатель. Ребят, там реально такой пафос. Там столько пафоса.
Там реально закачаешься пафосов. Не. Реально мы только одну зону пройдем. Не, не должно быть такое, чтобы мы прошли только бы одну зону. Так, мы уже вошли внутрь. Кура из мультика про Сонька. Алло. Что вы тут, мистер Кура, делаете? Да тут у этой куры то клоны, алло. Йо, мы клоны, народ. Какой стакан? Нет. А ты про рожок? Нет. О, что был за гибрид? Все, вошли. Опа, руфленые. А, ё-моё, ёк-макарёк, ё-просоте. Ёк-макарёк, снова спешил стейдж. Ладно, ребят, одну зону пройдем, потому что... эта зона слишком сложная. Ах, аж плакать хочется. Руфленые. Отлично, ребят, пока что справляемся. Ай! Не-не-не, только не туда. Куда? Нет! Да что ты будешь делать? Как-нибудь я этот спешл стейдж из чекпоинта пройду? Или нет? Это уже бесит. Это какого фига? Ну я хочу один нормальный спешл стейдж. А не те что? Справа. Да, два спешл стейджа, они очень сложные. Но если вы, ребята, постараетесь найти все изумруды, то вам респект, уважуха. А пока что начнем еще один спешл стейдж. Да вы издеваетесь. А-а-а, да как тут понять? Вот же ж. Да ладно, ну нормально. А лагба. Еще и старая сфера. Давай, скидывай. Да если мы бы. Давай быстро! Кнопка! Отлично! Ну все. Так, еще одна кнопочка. Давайте быстро. Быстро давай. Быстро давай. Быстро давай. Довези нас до босса. Опа, снова спешл стейдж. Угу. Там уже настолько легче. Этот звук. Звук кончины моих страданий. Я
обречен. Я обречен на вечное страдание и муки, блядь. Ребята, это пиздец. Никогда. Он тут. А! Ё-моё! Ёк-макарёк! Тут надо ещё и взламывать и пентагоны. Пентагоны сраные взламывать. Нет! Да что это? Я это ни с чем не перепутаю. Звуки тех страданий. Ну, кто бы мог подумать, что это страдание с тысячи. Где тут нет конца. Тут реально, ребят, нету конца. Ни одного конца. Ох, ребята, обречены. Нет. А меня уже не могут. Значит так. О, ну наконец. Отлично. Еще один спешл стоит. О, вот сколько. Всего лишь. Да, я и забываю здесь перепрыгивать, понимаете? Это что за бабайка? Ребят, ну это бабайка. Ёк-макарёк, что тут происходит? Ёк-макарёк, спасите! Опа! Нет! Ну загнала! Блин! Что? И что это? Босс! Племянница чего? Да, это перевернутый спрайт Эггмана, если что. И тут разглядели племяшку Эггмана. Ну, смотрите, племянница. Походу, этот для нее был робот предназначен. Ну, вы смотрите. Перевернутый. Да ты, господи! Боже, опаси, блин! Боже упаси, блин. Мне надо стараться, чтобы не просрать. Боже упаси. Ну тебе. Влепил с поличными.
Бузета, Бузета, Бамбета. Сын это. Эгм это. Ну же, пожалуйста. Я прошу, хоть бы не потратили на это время. 10 минут как бы не должно пройти раньше. Ну, да. Все, Эггмен, получил. Ага, улетел. Ну, зато справились. Наконец. Так, и какой у нас второй стейдж должен быть? Опа, летим мы куда? Пресс Гарден? А, в ту самую морозилку! Офигеть просто! На этом мы, ребята, закончим. Если вам понравилась игра, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!